8 вечера в Украине. На Интере время подводить итоги. В студии Алексей Фадеев. А вот некоторые темы выпуска. По ту сторону линии разграничения готовится к празднику. Боевики нарушают вчерашние договоренности о прекращении огня. Троллинг по-королевски. Американский президент с супругой вступили в твиттер-перепалку с британской королевской семьей. Столетняя фотомодель украсила собой ближайший номер журнала Vogue. Редакция решила привлечь внимание к проблеме старения. Итак, начнем с предпраздничных тем. В Иерусалиме, в храме гроба Господня, сошел благодатный огонь. Его частица вот-вот прибудет в нашу страну. За одним из главных христианских таинств наблюдали тысячи паломников, в том числе из Украины, и вместе с ними Сергей Ауслендер. Что уж там, храм или улицы старого города. Даже подходы к Явским воротам забиты людьми. И на знаменитой пешеходной улице Мамила сидят и стоят в тенечке те, кому не хватило места под солнцем. На каждом углу кордоны полиции и спецназа. Местные ругаются, им не понять, почему не пускают. И только православные, которым не удалось прорваться, к храму гроба Господня смиренно ждут, когда произойдет чудо. Мы прекрасно понимаем, что этот день очень важен, этот день очень необычный. Здесь... Вы знаете, заканчиваются еврейские праздники сейчас. Здесь находится храмовая гора, на которой буквально вчера были организованы массовые беспорядки, произвели аресты. И, естественно, ситуация, мы можем сказать, ее охарактеризовать как достаточно напряженная. Внутри храма настоящее столпотворение. Людей тысячи, тесно. Пару раз дело доходит до рукоприкладства. Но в большинстве своем паломники тихо ждут чуда, предпочитая не тратить силы на склоки. Сил нужно много, стоят по много часов. Иногда без возможности присесть и даже пошевелиться. Порядок церемонии не меняется уже очень давно. Вот, например, обязательный пункт – показательные выступления арабов-христиан, больше напоминающих британских ультрас. Тем не менее, ритуал этот совершенно мирный и богоугодный. Господь приемлет любые способы обращения к нему. Паломники со всех концов света стремятся именно в этот день оказаться в Иерусалиме. Попасть в храм – великое счастье, но для многих достаточно просто быть поблизости от места, где произойдет великое чудо. Вот три подруги из Украины добрались до вечного города и теперь ждут. Аж, як то кажуть, до сліз пробирає, що колись по цій землі ходив Ісус Христос, колись по цій землі ходили всі святі. І зараз ми на цій землі знаходимося. Дуже приємно, дуже я задоволена цим відчуттям. А ощущення, звісно, шикарне. Первый раз, но шикарный. Конечно, тоже давно мечтала. Хотелось попасть. В сопровождении стражников Кавасов патриарх Иерусалимский Феофил обходит Кувуклию, часовню, выстроенную над местом погребения Спасителя. Ее, кстати, начнут реконструировать после пасхальных праздников. Внутри храма и делегация из Украины, которая уже сегодня доставит благодатный огонь домой. Пребывание во время Страстной Седьбицы, накануне Пасхи Христовой, это еще усугубляет внутреннее состояние, настроение, потому что, с одной стороны, конечно, вот сегодня мы переживаем смерть Христа Спасителя, но мы все знаем, что без креста не бывает воскресения, вот того важнейшего момента для человеческой истории. И вот облаченный в подрясник Феофил III скрывается внутри Кувуклии. В эти минуты в храме наступает тишина, которая взрывается звоном колоколов и криками. Вот оно, свидетельство того, насколько сильной бывает вера. Все эти люди 7 часов подряд и там в страшной духоте, и здесь под палящим солнцем ждали чуда и дождались. Чудо случилось, благодатный огонь сошел. Сергей Ауслендер, Алена Боярская, подробности телеканал Интер, Иерусалим. И как нам стало известно, частица благодатного огня в ближайшее время прибудет в Украину. Наша корреспондент Елена Механик сейчас в аэропорту Борисполь. Как только рейс с благодатным огнем совершит посадку, она выйдет с нами на связь. Но пока весь православный мир готовится к Пасхе, в зоне АТО растет напряжение. Об этом в Фейсбуке написала Ирина Геращенко, представитель трехсторонней контактной группы по освобождению заложников в Минске.
Она сообщила, что еще вчера на переговорах боевики заявили, прекратят огонь на время святого праздника, но уже сегодня в АТО два украинских военных погибли, четверо ранены. Боевики продолжили обстрелы из запрещенных орудий, а их беспилотники были замечены над тыловыми позициями армейцев. Накануне же вечером противник сбросил с беспилотников несколько взрывчатых устройств над селом Лозоватское. Это в 20 километрах от линии соприкосновения. На прифронтовых кладбищах саперы нашли свежие растяжки. О ситуации в АТО расскажет наш военный корреспондент Ирина Баглай. Еще прошлой весной здесь разрывались снаряды. Я ж под углом тыкаю. То есть я не сверху буду нажимать, а со стороны. Если там что-то есть. Здесь, скорее всего, осколки. Воронка вон там. Кладбище на линии огня. Вместо одной из могил – воронка. Прямое попадание мины. Еще прошлой весной здесь шли бои. Здесь была закрыта, здесь были блокпосты, сюда не пускали. Говорили, что все заминировано, поэтому мы не приезжали. Спустя 2 года Владимир приехал на кладбище к теще. Надгробие разнесло осколками. Своими силами пытаются восстановить. Мы сейчас установим, потом зальем, если уже что можем устанавливать. Фактически здесь службы есть, но далеко и очень сейчас дорого сейчас у памятника становится. Все деньги, деньги. Могилы родителей Вячеслава не задело, но сердце болит от заброшенного вида. 2 года же не были. Да. Так что вон сами видите, какие бурьяны. Растяжки, мины, не разорванные снаряды. Как бывший военный, имею представление. Знания военного дают минимальное ощущение безопасности. Но дальше могил родных вглубь кладбища ходить не рискуют. Саперы же после осмотра здесь ничего опасного не выявили. Но советуют дальше 10 метров за кладбище не выходить. Участились вылазки диверсионных групп боевиков. Растяжки свежие, они, так скажем, обновляются. В основном сигнальные мины на растяжках. Одна граната на растяжке РГД-5. Вот 4 артиллерийских снарядов разных калибров и 8 минометных мин. Чтобы люди смогли прийти на поминальную неделю на могилы родных, саперы осмотрели до 50 кладбищ. А мы ласточки. И пошли сюда. И на Артемовский район. Татьяна Овинникова, Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Гостинцы для бойцов АТО накануне Пасхи от жителей немецкого городка Роденберг. 4 машины с гуманитарной помощью сегодня прибыли в Ивано-Франковск. Как и с чем встречали гостей на Прикарпатье, видели наши корреспонденты. Германия, Роттенберг. Колонна машин с гуманитарной помощью отправляется в путь. 20 часов, около 1500 километров. И вот пункт назначения – Ивано-Франковск. Вместо привычных хлеба и соли гостей встречают с пасхальной корзиной. Немецкую гуманитарную помощь для украинских участников АТО привез Курт Зимхен. Немец, который вот уже 12 лет живет в Ивано-Франковске. Впервые он начал помогать украинцам еще во времена Первого Майдана в 2004-м. Я живу тут. Я не умею собрать оружие, потому что я немец, а я умею помогать. Здесь у Курта семья, но в немецком Роденберге остались родня и друзья. Именно они помогли организовать этот благотворительный рейс. Очень больно, когда два народа не могут найти общий язык. Поэтому мы решили сделать то, что должны делать люди в такой ситуации. Помогать старикам, детям и тем, кому это действительно нужно. Гости из Германии привезли в основном одежду и медоборудование. 4 машины с гуманитаркой разгрузили на складах областной организации участников АТО. И у ее руководства уже есть планы на все это добро. Це буде зроблено так, як магазин, але в ньому людина прийшовши, показавши посвідчення чи довідку, родина прийшли, вибрали собі те, що їм підходить, вдягнулися себе, дружину, діток і подякували і пішли. Спеціальний подарок від німців для 1-го мобільного медбатальйона. Це сучасний апарат іскусственного дихання. Це, в принципі, апарат якраз дуже необхідний і потрібний. Подарунок бесценный. На Прикарпатье гости из Германии пробудут еще 2 дня. Местные жители пригласили их вместе отпраздновать Пасху. Павлина Василенко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковск.
Продолжаем выпуск. Теракт в Багдаде унес жизни 23 человек, почти 40 раненые. Припаркованный у дороги начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в пригороде иракской столицы. Жертвами стали мирные жители, в основном шииты. Группа паломников как раз шла по этой дороге к мечети отмечать свой религиозный праздник. Ответственность за нападение взяли на себя боевики ИГИЛ. Ну а тем временем парламент Ирака захватили протестующие. Несколько тысяч человек прорвались в хорошо охраняемую зеленую зону Багдада, где расположены правительственные здания и посольства. Несколько депутатов получили серьезные травмы, остальным удалось бежать. Протестующие сторонники шиитского лидера Муктады Ас-Садра требуют смены правительства. Сам Ас-Садр уже призвал протестующих к спокойствию и попросил покинуть здание. В Багдаде объявили чрезвычайное положение. Все въезды и выезды из города заблокированы. Посольство эвакуирует из зеленой зоны своих сотрудников. Партийный съезд в дыму горящих шин. И это не Киев. В Штутгарте заседают и утверждают свою программу члены правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Их доктрину уже называют более чем провокационной. Что предлагают альтернативщики, расскажет Татьяна Лагунова. К партийному съезду «Альтернативы для Германии» готовились не только члены партии, но и тысячи демонстрантов. С самого утра активисты левых движений и организаций попытались перекрыть подъезды к месту проведения собрания и дорогу из аэропорта. Чтобы не допустить столкновения между политиками и демонстрантами, власти Штутгарта вывели на дежурство более 1000 полицейских. Но беспорядков избежать не удалось. Протестующие забрасывали стражей правопорядка петардами и жгли шины. Полиция применила перцовый газ. Самых буйных, около 400 человек, задержали. На съезд приехали несколько тысяч членов АФД, чтобы утвердить программу партии, черновой вариант которой уже есть в прессе. И он более чем провокационный. Авторы предлагают провести референдум о выходе Германии из еврозоны, вернуть воинскую повинность, снять любые ограничения скорости на автобанах. Но самая скандальная часть партийной доктрины – миграционная и интеграционная политика. Альтернатива для Германии хочет запретить традиционные символы ислама, например, минареты и хиджабы. Признать, что ислам – это политическая идеология, которая несовместима с Конституцией Германии, и ограничить прием беженцев. Наша задача сегодня определить основы альтернативы для Германии, партии, которая уже пришла в общество и останется, несмотря на то, что другие политсилы хотели бы иного. Заседать и обсуждать альтернативщики будут 2 дня. Столько же планируют протестовать и демонстранты. А это значит, что выходные в Штутгарте будут неспокойными. АФД в политической Германии партия, как говорится, руконеподаваемая. Тяжеловесы большой политики критикуют ее и даже требуют запретить. Но тем не менее на волне миграционного кризиса этой политической силе удалось пройти в парламенты нескольких земель. На очереди Бундестаг. Соцопросы показывают, за нее готовы проголосовать 10% немецких избирателей. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Солдаты НАТО на российской границе. 4000 военных отправятся в страны Балтии и в Польшу для усиления обороны, заявили в США. Союзниками в этой операции назвали Великобританию и Германию. Подтверждают ли эту информацию в Европе, знает Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. НАТО укрепляет свою восточную границу. Еще 4 батальона в ближайшее время отправятся в Польшу и страны Балтии. Их местом службы будет граница с Россией, сообщил замминистра обороны США Роберт Уорк. По его словам, таков ответ союзников по военному блоку на активизацию российских вооруженных сил. Они часто проводят внеплановые массовые учения, которые в Штатах считают провокационными. Предполагается, что из 4000 военных половину отправят США, по 1000 Великобритания. Британия и Германия. Но это пока только планы. В Германии до сих пор нет окончательного решения на этот счет. По последним опросам, всего 31% немцев поддерживает отправку военных на защиту восточных стран в случае атаки России. И решение правительства о переброске армии может вызвать возмущение общества. В Великобритании тоже не спешат подтверждать свое участие. Штаты заговорили о дополнительных мерах давления на Москву после серьезного инцидента в Балтийском море в начале месяца, когда российские боевые самолеты несколько раз совершали провокационные маневры над американским эсминцем «Дональд Кук». Они пролетали в опасной близости, имитируя атаки на корабль.
Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности британское бюро телеканала «Интер». И вот как раз тем временем Москва и Вашингтон обменялись взаимными обвинениями о воздушных кульбитах с признаками назревающего дипломатического скандала, расскажет Данил Русаков. Военное командование США возмущено. По их данным, российский Су-27 совершил провокационные маневры рядом с американским разведывательным самолетом. Произошло все над нейтральными водами Балтийского моря. Как сообщают в Вашингтоне, российский истребитель выполнил бочку, так называют воздушный поворот, в 360 градусов относительно продольной оси. Су-27 приблизился к американскому самолету на расстояние около 8 метров. Такие действия Пентагон называет потенциально опасными. Случай, кстати, не первый. Днем ранее представитель Тихоокеанского командования вооруженных сил Соединенных Штатов Америки сообщил, российский истребитель МиГ-31 пролетел возле американского Р-8 в международном пространстве недалеко от Камчатки и тоже на опасном расстоянии. Представитель Минобороны России также высказался. Ему кажется, что американские военные стремятся нарушить воздушное пространство его страны. А потому было принято решение поднимать в воздух авиацию. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро телеканала «Интер». Возвращаемся в Украину. Полной тишины под Мариуполем не было даже перед Пасхой. Хотя интенсивность огня боевиков все же уменьшилась. Пользуясь этим, наша съемочная группа побывала на передовых позициях под оккупированным поселком Коминтерново. О том, что удалось увидеть, расскажет наш корреспондент Александр Пантелеймонов. Здесь, под Коминтерново, буквально все поле усеяно различными воронками. По ним можно даже изучать результаты от попаданий из различных типов вооружений. Вот это, например, поменьше воронка от 82-миллиметровой мины. Чуть дальше здесь, буквально в паре метров, воронка поглубже от 120-миллиметровой мины. И там дальше за деревьями попадание от снаряда из тяжелой гаубицы. Ну, для порівняння, ви бачите, воронка, яка була залишена розривом снаряда, який упав по позиціям наших військ, і ми бачимо, що це як щонайменше 152 міліметри. Враг вел плотный и прицельный огонь из артиллерийских орудий. Наши солдаты говорят, так могут только хорошо обученные кадровые военные. Они просто выбирают квадрат и отрабатывают именно этот квадрат. А непрофессионал, то есть он может здесь стрельнуть, упадет мина, может быть в другом краю упасть. Ну, сразу видно, кто где. Ну, я скажу в последнее время, что там работают профессионалы. Режима полного прекращения огня здесь как не было, так и нет. Начался день с вражеского снайперского обстрела. Сегодня утром снайпер стрелял. Калибр 12,7 где-то в пределах такие, ну, дальнобойные винтовки. Работают группы они, по одному не работают. Они работают 2-3 человека. Немного южнее, в Широкино, противник и вовсе обстрелял наших военных из тяжелых минометов. И ни последние договоренности в Минске о полной тишине, ни предпасхальный день не заставили боевиков поменять свою агрессивную тактику. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Антон Чиженко. Подробности телеканал «Интер». В тревожном ожидании в эти дни Одесса до годовщины трагических событий 2 мая осталось чуть более суток. Обстановка в городе напряженная, неопределенная. Люди боятся провокаций, уличных столкновений. Полиция готовится противостоять возможным беспорядкам. Сегодня силовики демонстрировали свои ресурсы. Как это было, расскажет Андрей Анастасов. На ближайшие 10 дней полиция Одессы переведена на усиленный режим работы. В этот период охранять порядок в городе будет более 3000 силовиков. Примерно половина из них уже прибыла из других регионов и еще прибывает. Это спецназначенцы и подразделения Нацгвардии. Сегодня состоялся объединенный инструктаж всех частей с демонстрацией оружия и бронетехники. Это подразделение Национальной гвардии Азов. Боевые ребята, уже все они с АТО не вылазят. Схема та же. 2 недели тылу отдыхают, вот так. А потом на передовую. Все битые войной. Особо бдительные правоохранители будут 2 мая, в годовщину трагических событий в Одессе. Поминальные мероприятия пройдут сначала в центре города, на Соборной площади, где в тот день начинались беспорядки, а ближе к обеду состоится траурный митинг на Куликовом поле. И как раз здесь будут повышенные меры безопасности.
С утра будут установлены рамки, так сказать, металлоискатели. Через эти рамки все граждане, которые будут посещать Куликовое поле, пройдут через эти рамки. И хочу обратиться еще раз, чтобы все отнеслись там пониманием. Тем временем, всего за один день уже два тайника с оружием и боеприпасами обнаружили сотрудники одесской полиции совместно с СБУ. Первые обнаружили прямо в центре города, в парке Победы. В полиэтиленовом пакете были 3 гранаты и 3 сотни патронов. Второе выявили в заброшенном здании на выезде из города. Вилучили 3 гранатомети, 42 гранати РГД та Ф1, майже 1500 набоїв, 3 магазини до ручного кулемета Калашникова, сигнальні ракетниці та димові шашки. Добавлю, что 2 мая по решению окружного админсуда в Одессе будет ограничено проведение массовых мероприятий на Думской площади, где находится мэрия. Это связано с тем, что в СМИ и соцсетях распространялись призывы к нарушению общественного порядка в этом районе города. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал Интер, Одесса. Вернуться к жизни играючи. В Кременчуге волонтеры придумали новый способ психологической реабилитации бойцов АТО. Устроили для них 4-часовой квест с погоней, с ребусами. Подробнее Станислав Кухарчук. Он не часто надевает камуфляжную форму, а награды еще реже. До войны Олег работал в Кременчуге рыбинспектором. На фронт ушел добровольцем весной 2014 года. После осколочных ранений головы и тяжелейшей контузии его комиссовали. С тех пор воспоминания не отпускают. Трудоустроиться сейчас не может. Начал помогать волонтерам, чтобы хоть как-то отвлечься. Если, может быть, бы нашел бы работу, но тогда быстрее бы эта адаптация проходила. Хочется побыстрее реабилитироваться, влиться в мирную жизнь. Сегодня Олег впервые после приезда из АТО идет к психологу. Перед входом нервно и много курит. 4 из 8 месяцев в зоне боевых действий провел в плену. В руки боевиков попал, когда раненым выходил из Иловайского котла. Некоторые есть вещи, о которых бы я не хотел бы вспоминать. Угу. Они постоянно в мозге. Психолог Галина – волонтер. Через нее прошли десятки таких бойцов. У каждого своя история, но диагноз один – посттравматический синдром. У меня был один боец, он потрапив там в милицию. Он там дружину почав душити. Еще там, ну, такие. А потом, когда с ним начали раскручивать причину, виявилося, что под вікно стрельнула петарда. А это склеячок раз. Госпрограмм по психологической реабилитации военнослужащих все еще нет. Как помогать вернувшимся из АТО, придумали волонтеры. Вот так, руки, вот так. Это не военные учения, а всего лишь игра. Для участников АТО местные волонтеры устроили квест. Следуя подсказкам, они должны найти в городе точку сбора и там получить задание от организаторов. Розгрузочка хорошая. Да, все порядок. Скільки вам задань треба виконати? Задань 5 і 6 бонусно. Да. В командах не только участники АТО, но и гражданские. Такова задумка организаторов. Для того, чтобы зъединить людей, чтобы показать, что и после войны есть життя, и что люди могут между собой співпрацювати, жить разом. В одной из команд и Олег. После разговора с психологом и 4-часового квеста у него сверкают глаза, а на лице появилась улыбка, а значит и шанс начать жизнь заново. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Полтавская область. В Соединенных Штатах протестующие вынудили бизнесмена Дональда Трампа, который лидирует в гонке за право стать кандидатом в президенты от республиканцев, пробираться на его же собственный митинг через дыру в заборе. Полиции пришлось задержать нескольких протестующих. С подробностями наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах Тихон Дзятко. Протесты сопровождают каждое выступление Трампа. Месяц назад бизнесмену даже пришлось отменить митинг в Чикаго. Ну а на этот раз все происходит в Калифорнии. Сначала Трампа пикетом встречают в городе Коста-Меса. Там все завершилось столкновениями с полицией, разбитыми машинами и арестом нескольких десятков протестующих. На следующий день, накануне, события перенеслись в город Берлингейм. Это неподалеку от Сан-Франциско. В ожидании Трампа митингующие собрались у здания, где он должен был выступать. Прорвали полицейское оцепление, лозунг
митинги против Трампа. Лидер республиканской гонки известен своими нетолерантными высказываниями. В частности, по отношению к тем, кто приезжает из Мексики. А в Калифорнии таких немало. В итоге некоторые протестующие были задержаны полицией, а самому Трампу пришлось пробираться на митинг, что называется, окольным путем, буквально через дыру в заборе. Охранники беспокоились за его безопасность. Это был не самый простой способ оказаться внутри. За нами следовали вертолеты, а мы пробирались через забор. Если честно, у меня было ощущение, что я перехожу границу. Очевидно, противостояние на предвыборных мероприятиях Трампа будет только нарастать, особенно в Калифорнии, где большое количество выходцев из Мексики, с которой Трамп обещает построить стену. Впрочем, все это не мешает ему собирать голоса, и Трампу остается совсем немного их набрать для гарантированного выдвижения кандидатом в президенты от республиканской партии. Тихон Дзитко, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Идем дальше. Кто кого в Твиттере? Первые лица Великобритании и США поёрничали в сети. В Англии дебютировала модель, которой 100 лет. Ну а самый обычный хорек вывел из строя самый высокотехнологичный научный комплекс – Большой адронный коллайдер. Подробнее обо всем этом смотрите дальше в обзоре. Барак и Мишель Обама устроили перепалку в Твиттере с королевской семьей Великобритании. Накануне старта спортивных соревнований военных ветеранов первая леди и президент США записали шуточное видеообращение. На камеру Мишель и Барак говорят, что англичанам нужно остерегаться соперника. После люди в форме сзади начинают кривляться, и один из военных произносит. Через несколько часов королева и принц Гарри ответили в Твиттере. Елизавета II пошутила. Бум, серьезно, я вас умоляю. Гарри поддержал свою бабушку. Тем временем в Швеции отмечают 70-летие короля Карла XVI Густава. Торжества начались со службы во дворцовой церкви, затем в честь юбиляра дадут салют. Завершится праздник ужином, на который приглашены представители королевских династий Европы. Карл взошел на престол в 27-м. Его функции исключительно репрезентативные. Король платит налоги, но не может предстать перед судом. Имеет право участвовать в выборах, но ни разу им не воспользовался. В год на содержание своего монарха Швеция тратит 8 миллионов долларов. Британка Бо Гилберт в 100 лет стала моделью Vogue. Эти фото украсят следующий выпуск журнала. Символично, в мае издание тоже отметит вековой юбилей. Для Гилберт это первый модельный опыт. Говорит, одевается элегантно для себя, а не для мужчин. Вспоминает, в 50-е впервые увидела женщин в брюках, и это ее поразило. Данной фотосессией журнал хочет поднять тему старения и возраста в фэшн-бизнесе. В Венесуэле закончилось пиво. Крупнейший производитель пенного в стране остановил работу. Причина – у пивоваров нет валюты для закупки сырья – ячменя. Компания Polar Monopolist варит 80% всего хмельного в стране. Завод закрыли из-за введения политики жесткого валютного контроля в Венесуэле. Президент Николас Мадуро считает, предприятие подрывает социалистическую политику и грозится конфисковать бизнес. Хорек вывел из строя большой адронный коллайдер. Грызун пытался перегрызть кабель 66-киловольтного трансформатора. Из-за этого произошло короткое замыкание, и коллайдер отключился. Инцидент описали в отчете Европейского центра ядерных исследований. На восстановление работы коллайдера уйдет несколько дней. Хорек погиб при ударе током. Наконец, свершилась частица благодатного огня, все-таки приземлилась, прибыла в Украину. Самолет с частицей приземлился в аэропорту Борисполь, где уже несколько часов его ждала наша корреспондент Елена Механик. Вы сейчас видите на экране, она на прямой связи со студией. Елена, добрый вечер, вам слово. Вечер добрый. Да, действительно, благодатный огонь уже в Киеве. Как вы можете видеть, нашу лампадку мы зажгли от него вот буквально несколько минут назад. Спецавиарейс из Иерусалима доставил святой огонь со святой земли в Борисполь менее получаса назад. И борт, который его сюда привез, сейчас находится за моей спиной. И вы даже можете слышать гул двигателя, который до сих пор еще не заглушили. Благодатный огонь привезли украинские православные священники и украинские политики, среди которых был нардеп Вадим Новинский. Благодатный огонь – это предвестник Святого Христового Воскресения. Тому мы всем бажаємо напередодні цього великого свята, щоб це світло, яке прийшло до нас сьогодні з Єрусалима, торкнулося серця кожного нашого громадянина і кожної нашої оселі. З наступаючим святом!
Политики были и среди встречающих. Мы тут видели и мэра Киева Виталия Кличко. Вообще в аэропорту собралось очень много священнослужителей из разных регионов страны. Отсюда они повезут частички пламени в свои епархии. И обязательно благодатный огонь доставят нашим бойцам в АТО. В зону АТО будет отправлен гуманитарный груз 3 травня. Разом с грузом будет доставлено нашим воинам и благодатный огонь, и частини військові, и в шпиталі. Ну и в столицу благодатным огнем со всеми желающими поделятся в Киево-Печерской лавре уже совсем скоро. И мы тоже выдвигаемся в путь и везем благодатный огонь своим коллегам. И тебе, Алексей, тоже. Елена, большое спасибо. Ждем вас с нетерпением. Спасибо за хорошую новость. Это была Елена Механик, которая буквально несколько минут назад дождалась в аэропорту Борисполь частичку благодатного огня из Иерусалима. Выпуск завершен. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA. В прямом эфире увидимся уже в понедельник. Хорошего вам вечера, хороших праздников. До встречи на Интере.